Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня мы подготовили для вас подробный видео-мастер-класс по вязанию такого красивого рельефного узора. Лицевая сторона и изнаночная сторона узора. Он универсальный, подойдет для вязания мужских, женских и детских изделий. Вяжется только из лицевых и изнаночных петель. Вставила в начале резинку 1 на 1 и далее перешла к вязанию основного узора. Таким узором можно связать джемпер, кардиган, свитер, и также будут красиво смотреться аксессуары, такие как шапка, шарф, снуд или варежки. Вязали из пряжи профил Merino Extra 90, это новинка на нашем сайте, в 50 граммах 90 метров, 100% мериносовая шерсть. Производитель рекомендует вязать спицами номер 5-6. Оставляю ссылку внизу в описании под этим видео. Можно будет перейти и посмотреть всю полностью цветовую палитру и оформить заказ онлайн. Давайте приступим к вязанию. Я набрала 11 петель, раппорт 8 рядов, 9 петель, плюс 2 петли кромочные. Я набрала 11 петель. Давайте приступим. Первый ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем, провязываем 4 петли изнаночные, 1, 2, 3, 4, 1 петля лицевая и снова 4 петли изнаночные, 1, 2, 3, 4. Давайте посмотрим, у нас была кромочная петля и раппорт 9 петель, 4 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные, 1, 2, 3. И снова 3 петли лицевые. 1, 2, 3. В конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию третьего ряда раппорта. В третьем ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 2 петли изнаночные, 5 петель лицевых. 1, 2, 3. 4, 5, 2 петли изнаночные, в конце петля кромочная, провязываем ее изнаночной петлей. Напоминаю, что у нас была кромочная, 2 изнаночные, 5 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. Переходим к вязанию четвертого ряда раппорта. В четвертом ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 1 лицевую, 7 петель изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 петля лицевая. В конце петля кромочная. Провязываем ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию пятого ряда раппорта. В пятом ряду кромочную петлю снимаем, провязываем все петли лицевые. 9 петель лицевых. В конце будет петля кромочная, кромочную провязываю изнаночной петлей. Переходим к вязанию шестого ряда раппорта. В шестом ряду кромочную петлю снимаю, провязываю 1 петлю лицевую, 7 петель изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 петлю лицевую. В конце петля кромочная, провязываю ее изнаночной петлей. Переходим к вязанию седьмого ряда раппорта. В седьмом ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 2 петли изнаночные, 5 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 петли изнаночные. В конце петля кромочная, провязывая ее изнаночной петлей.
И нам остался последний, восьмой ряд. В восьмом ряду кромочную петлю снимаем, провязываем 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные, 3 петли лицевые и в конце петля кромочная. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами провязали 8 рядов раппорта. Теперь повторяем все с 1 по 8 ряд. Если вы провяжете немного больше, у вас получится красивый рельефный узор. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте колокольчик, в этом случае вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Напоминаю, что вязали из пряжи Merino Extra 90. Это новинка на нашем сайте. Я оставлю ссылку внизу в описании под этим видео. Можно будет перейти и оформить заказ онлайн. До свидания.